Позиция правительства Франции по Карабаху не изменилась. Франция не признает так называемую Нагорно-Карабахскую республику. Как передает канал 13, об этом в четверг сказал посол Франции в Азербайджане Захари Гросс. Как отметил дипломат, решение Сената Франции ни к чему не обязывает. Только диалог между сторонами может урегулировать конфликт. Поскольку позиция правительства Франции не изменилась, я не вижу причин, по которым решение Сената может повлиять на французско-азербайджанские отношения. Это было бы нелогично. Отметим, что ранее в Сенат Франции был представлен проект резолюции номер 145 о необходимости признания Нагорно-Карабахской республики, который был обсужден и принят 25 ноября. За проголосовали 305 из 306 сенаторов. Единственным сенатором, который проголосовал против этого проекта резолюции, стала Сильвия Гуа-Шавен.